Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество за Швецию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm пытаться победить культурой. Такой вот челлендж на огромной карте на 20 цивилизаций, там, по-моему, 24 города-государства. Ну, повезло, у меня места тут, в принципе, многовато было. В общем, продолжаем. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Спонсоры канала видят все серии сразу. Подписчикам они выходят раз в сутки. Давайте продолжать. В прошлой серии мы закончили войну с Венгрией. Вот истек союз с Элеонорой. Надо продолжить его, конечно же. Сначала дружбу объявляем. Потом союз у нас был научный. Я думаю, что она даже хочет мне что-то заплатить за это. Я слишком крут, чтобы со мной бесплатно дружить. Так, принимаем. Хочу посмотреть вообще, как у нас с ней отношения. Что ей не надо, что мы поселились возле них. Не нравится цивилизация с низким уровнем веры. Произвели культурный захват одного из их городов. Да, это было. Тут вот я построил... тут построил... район, он произвел культурный захват, и вот здесь построил район культурный захват, ну потому что через конгресс это прошло. Всем остальном, в принципе, мы дружочки-пирожочки. Так, здесь мы достроили амфитеатр, надо купить художественный музей. И давайте... Подождите, а это... Это священное место от Гетеборга, это священное место от Линчопинга. Тогда что нам в Линчопинге? Центр коммерции, что ли? Не, ну это место для Стокгольма остается. Чудеса мы строить не будем. Хорошо, а с промышленной зоной что? Вот здесь, кстати, нормальная промышленная. Тут плюс 2 будет, потому что здесь еще... Шахту построим. Давайте, наверное, здесь промышленную зону, тем более на тундре, в пустыне. И я, пожалуй, на всякий случай эту клетку выкуплю. Не досталось, чтоб Фесс ее не забрал. Так, здесь я хотел ферму. Все верно. Так, здесь вырубаем камень. Причем надо, чтобы камень относился к Вестеросу. Три производства. Видите, сразу 13 ходов стало. Но пока возвращаем эту клетку. Так, арбалетик тут. Давайте сюда встану. Вообще, наверное, можно этого парня отправлять исследовать уже туда, в Мали. Сюда побежим. Сюда надо с канадцем договориться о проходе. Канада... Я подговорил Канаду и Мали напасть на Венгрию. Теперь они с ним воюют, а я... О, нельзя ускорение похитить, блин. Я тут сильно далеко. Ну вот. Ладно, давайте к Элеоноре отправим. Там 32 технологии. Но я по науке, конечно, тут всего 3 кампуса. Но я хорошо иду по науке. Я, видимо, пока больше кампусов строить не буду. А буду чисто в театралке упарываться. Тут мы нашли Махенджи Даро, Бандар Брюней, это все здорово. Вот, кстати, границы... Нет, это все еще Голландия. Мне просто интересно, где границы Норвегии. Он прям сразу смог плавать. Так, тут тоже все исследовано. Вообще, этого парня можно прям вот, не знаю, сюда отправлять. Плыть. Тут мы каперы строим. Вырубаем. Давайте пройдемся по городам. Производство, давайте в рост. Можно вырасти. Здесь производство, рост, все верно. Чистая еда. Ну тут, знаете, тут давайте в производство, потому что, видите, затопило. Тут у меня были обработанные клетки. Произошло затопление в прошлом ходом, и надо дамбу быстрее построить. Здесь чисто производство. Ну, в Гетеборге мы уже выросли, давайте вот так, еда производства сделаем. А если даже чисто производство, нет,
Три хода нам надо построить быстрее. Так, здесь производство. Запретный дворец. Здесь производство. Ну, тут еда продает всего лишь один житель пока. Я не думаю, что я как-то могу ускорить амбар. Производство. Еда, производство. Все. Все отлично. О, уже нормальный век. То есть мне осталось буквально 12 очков набрать для героического. Сейчас я должен, по идее, получить пророка и ускорить просвещение. Если тут чуть-чуть оставалось до открытия. Наверное, стоило отложить, пожалуй. Стоило отложить просвещение. Тут я, ну, считайте, 112 культуры потерял. Ну, не 112, вот чуть меньше, ну 100 культуры потерял при открытии. Надо было отложить. Тут я не прав. О, опять. Ну, катастрофическое. Всего лишь одного жителя потеряли и зато плодородность клеток. Тут у меня вот эти клетки, они так повышены, что уже... Я даже не хочу здесь ничего строить, потому что будет постоянно разрушение. Но зато они... Сами по себе уже офигительные. Так, ладно, сейчас с этими караванами я еще подумаю. Здесь идем камень этот вырубать для дворца Патала. Еще зарядов 5. То есть этот камень еще вырубим, потом вот этот тропический лес еще надо вырубить. В общем, есть чем заняться. У меня осталось... 69, да, 12 очков до героического века. Но при этом у меня еще не взят мой уникальный юнит. Это плюс 4 очка. И мое уникальное улучшение национализм. Да ладно, кто-то религию основал? Нет, а почему нельзя нанять? Не понял я. Почему я не могу нанять этого пророка? Блин. А тут просвещение зависает, значит. Ну ладно, я тогда просвещение так открою. Тут нельзя тормозить. В национализм пойду прямо. Национализм, потом урбанизация. Потом естественная история. Не, вообще мне надо театр оперы и балета, нет. Давайте-ка мы оперу и балета откроем сначала. Потом... Тут 15% при производстве чудес света. Знаете что, пока не будем с национализмом спешить. У меня этих очков дофига. Юниты мне не нужны. В том плане, что корпуса мне не нужны. Так, здесь вырубаем... Для нордчоппинга. И ставим в очередь театральную площадь вот сюда. Так, замещаем юниты по городам. Я не думаю, что я буду с венгром вообще воевать еще. Это смысл даже, что я сюда пошел. Винчопинг отправил. Арбалетик. Вырубить может. Надо еще с этим караваном подумать, куда. Ну вот жалко, что в Нубию пока только такое количество караванов бегает. Где Нубия-то? О, один только. Ну, у меня из Карлстада уже бегает. В Нуре, к сожалению. Ладно. Производство, золото. Кандин, это что экономический союз. Я на производство бы отправил, конечно, лучше. В Плимут. Ну, в Плимут, так в Плимут. Этого рабочего... Давайте сюда вырубать клетки. Капер ожидает.
Ну, сейчас третий капер построится в Карлстаде. А, и как раз, слушайте, я просвещение открою и... Нет, это подожди, это второй пока капер только, и, блин. Это второй. Надо три капера, чтобы было. А, тут верфь строим. Театралочка построена. Здесь мы покупаем чисто амфитеатр. И покупаем... Художественный музей 580. То есть следующим ходом купим. Ничего, не страшно. А строить мы здесь будем... Знаете, амбар построю. Тут надо до 10 вырасти, чтобы промышленную зону строить в дальнейшем. Так, давайте с канадцем о проходе договоримся. За одну монетку согласен. Так, у меня тут не появились лишних ресурсов для торговли? Не появилось. Ну, это что такое-то? Польдеры так красиво выглядят. Типа заснеженные польдеры, я так понимаю. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, надо следующим ходом не забыть в просвещении взять на плюс... Ну, первого посла, потому что мне в Махенджи-Даро и в Бандар-Брюней обязательно посылать. Только я не понял, что с пророком, почему я не могу его взять. Что за фигня? Глюк какой-то. Слушайте, а давайте проверим... По названиям городов, может, какая-то цивилизация какую-то другую вынесла, я ее еще не встретил. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, пока 11, да? If facts don't fit the theory, change the facts. Плантация плюс одна пища, Оксфордский университет. Whatever is contrary to nature is contrary to reason. Тут и рационализм у нас. И либерализм. Так, вот это мы пока все оставляем. Давайте поставим первого посла. Ну, рационализм, в принципе, мне пока... Я же не на науку играю, да? Я играю на культуру, поэтому мне лучше это все оставить. Так, первый посол отправляем в Махенджи-Даро и в Бандар-Брюней. Так, а в Махенджи-Даро даже 3. Ну, 141 культура. Кого я встретил? Встретил Францию. Благодаря тому, что стал союзником Махенджи-Даро. Надеюсь, Голландия не решит сносить. Je suis Catherine, reine mère de France. Je suis pas séjour. Новый континент открыл. А, так, насчет посольства во Франции. Отлично. Ну, дружбу, наверное, вряд ли. О! Принимает дружбу, здорово. Торговать что-нибудь есть? Там ничего пока не надо. Вот. Можно с Вильгельминой дружбу заключить. Отлично. Просто здорово. Так, здесь покупаем клеточку. Вырубаем камень. 5 ходов дворец потал. Следующим ходом запретный город будет у меня. Дальше здесь покупаем художественный музей. Достаточно жилья. Достаточно жилья. Это нормально. Научная теория ускорена. Так, рекордный паводок. Канализацию открыл. А зачем? А, я в Орсакхас иду, да.
Надо будет большой театр строить. Необходимо соседство с театральной площадью. Ну, у меня тут есть. Вот, например, у Стокгольма здесь могу построить, да? Да и в Вестеросе могу рядом с театром. О, слушайте, у меня тут амфитеатр не куплен. Что это я проспал? Совершенно. Холмы. Лук. Так, тут надо ремонтировать эти улучшения. А точнее, фермы ставить. Вот и капер построился. Так, этого капера сюда отправляем. Еще один строится. 4 хода. 4 хода пока не меняем карточки. Странно. Канадец поставил. Ну, конечно, тут горы работают на священное место, но... Согласитесь, это место скорее для кампуса, чем для священного места. Ну и меня прокинули с пророком. Это какой-то глюк такой бывает, что если уничтожают нацию, которая должна была брать пророка, то он не берется. Вот поэтому я и волнуюсь, что может поэтому кого-то уничтожить. Давайте посмотрим название городов. Ну, Венгрия нет, точно. Нубия. Вроде нет. Англия нет. Финикия нет. Нидерланды нет. Норвегия нет. Россия. Нет. Франция. О, Франция. Смотрите, Франция два города у Голландии захватила, между прочим. И Антананариву еще захватила. Это культурный город-государство. Слушайте, я бы с Францией, может, повоевал за Антананариву. Ну и все, да. То есть у нас Франция тут, я смотрю, такая. Слушайте, а я что могу проверить, сколько вообще цивилизаций, между прочим. Вот каким образом ты все волновал. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать. Так что я играю с 14 цивилизациями только? Как так? Я ж 20 ставил, я не понимаю. Да ну бред какой-то. Ну да, вот тут две неизвестные. Так и здесь, да, 14. Блин, ну... Да каким образом я играю с 14? Я же 20 ставил, вот прям... Конкретно. Слушайте, а там вот смотрите, было 9... 9 оригин... Ну, 9 цивилизаций из Gathering Storm. 9 цивилизаций из Gathering Storm. И 5 я добавил, типа, соседи Швеции из реальной жизни. А может, те, которые пустые, они просто удалились тогда? Те, которые рандомные были? Ну, короче, какой-то глюк в этом плане. Вы смотрите. Вот, ну, ставились же цивилизации, ё-моё. Вот как, кстати, проверить количество цивилизаций. Тут открываешь, и видно, что 14. Блин. Ладно. Ну это, конечно, будет легче побеждать, чем на 20, прямо скажем. Блин, я даже сам расстроился. Я думаю, что у меня места для расселения так много? Альгамбра. Альгамбра там, по-моему, тоже что-то культуру дает. Тоже неплохо. И она дает карточку военную, ну, военного. Военной политики. The whole palace complex is built along a central axis, the axis of the world. Everything in the four directions suspend from this central point, represented by these palaces. Запретный дворец. Теперь правитель Швеции Кристина оттуда управляет миром. Просто идут мимо. Наоборот, по-моему, даже войска отодвигаю от границ Венгрии. Так.
Новую карточку можно поставить. Возвращаем учетные банки и ставим плюс 2 влияния. Тут пока оставляем как есть. Так, что у нас в Гётеборге можно построить? Храм. Ну, давайте храм. Понимаешь, что мне будет нужна вера для музыкальных групп. И, в принципе, мне неплохо и в священные города-государства, в религиозные города-государства отправить послов тоже. Плимут. Хотя вон Лондон побольше науки будет давать. Так, все вырубили здесь. С этой стороны больше ничего не сделать. 4 хода. Может, я думаю, что 4 хода оно построится нормально. Может, мне уже сейчас Магнуса пересаживать в Упсалу, поменять их местами и готовить рабочих тут вырвать. 4 хода нормально. Наверное, так и сделаю. Давайте в Упсалу. А Виктора, наоборот, в Вестерос. Так, и рабочих ставим на... леса. И этого тоже не поведу туда, поведу вот к камню. Блин, и тут ускорение. Мне нечего ни у кого похищать, блин. Ну, тут Франция, видите, по культуре. Вот у меня самый главный мой соперник в туризме будет Франция. Тем более, что у нее еще есть 106 туризма вход. Валит. У всех остальных намного меньше. Блин, кому посадить 4 техи? 33, 32. Может, давайте к Франции попробуем шедевры у нее воровать? Конечно, правда, шпионами тягаться с Францией такое себе занятие. Блин, Париж, 17 жителей. Неплохо, неплохо. Ну, тут, кстати, и Канада неплохо так разрослась. Ладно, пока не буду союзы. Пачакутых инка. Инка встретили. Так, ну мы кого-то одного, получается, осталось, что мы не встретили. И это кто-то из Gathering Storm, по-моему. Давайте проверим, мы всех тут встретили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, кто-то из Gathering Storm, и это турки. Мы только турков не встретили, получается. Блин, ну как так? Ну не на 20, блин. Водяную мельницу. Ну, это медленновато будет с водяной мельницей расти. Давайте фестиваль на театральной площади проведем. А городов-государств сколько? Может, и городов-государств не 24? А как оно могло сброситься вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Антананариву там был захвачен. Ну, блин. Бред какой-то. Ух ты, кто там войну объявляет? Англия объявляет войну Мали. Ничего себе. Два моих союзника что-то не поделили. Большинство городов Мали теперь исповедуют православие. Слушайте, ну православие нехило так распространяется. И он тут даже католицизм вон перебивает.
вовсю. У меня уже все города в православии, как раз они в католицизме. Opera is when a guy gets stabbed in the back and... Так. Пока не меняем. Два хода капер строится. Давайте глянем, что там с православием. 34 города, да. Ладно, что он хоть дает? Все чудеса света дают плюс 4 веры. Ну, кстати, это мне неплохо. Позволяет строить синагоги. Плюс 10 к боевой мощи в пределах иностранных городов. Оу. Там русский может Венгры и Канаду вообще смести. Ну, в принципе, мне вот эти два верования ничего так. Можно синагогу здесь купить. А, сначала должен быть этот. Храм. Ну вот я, собственно, и в героической эпохе уже. Хотя еще 20 ходов. And because she was so beautiful... Так, а художник у меня где нанял? А, это ученый. Кто делает ученый? 250 науки за каждую соседнюю клетку. О, я знаю, где у нас тут гор дофига есть. Где мы сейчас науки ломанем? Прилично. Осталось только турка найти. Ну, Махенджидару. Фес. Не нужен, я нигде не... Блин, может в эти в священные места... В эти, в религиозные города отправить? Давайте Лавента у нас и Ереван. А какой из них больше вероятность, что могут захватить? Лавента... А, лови, вот Ереван только я могу заходить. Давайте в Ереван отправим. Ну, там интересно, хорошо, у них тут войска, что они воевать будут. У Алиеноры. 745, у Мали... Ой, это купы. У Мали 1099. Ну... Ну, прям даже и не знаю. Стоило ли оно того? А, тут боевые монахи против Мали. Я понял. Так, тут сплаваем наверх, посмотрим, что... Здесь у нас два хода до капера, и как раз два хода строительная инженерия. У нас по чудесам 3 хода, 18 Тадж-Махал. Надо с русским договариваться еще о праве прохода. Но вообще все равно огромная карта на 12 цивилизаций. То есть я все равно 2 лишних поставил, но, блин, наверное, можно было догадаться с такой территорией, что что-то тут... Инк хочет железо. Серьезно, ну, я даже приму. А вот янтарь на чайный пакетик поменяешь? Может, им еще денег больше дашь? Не, 50 для него многовато, да? А 30? 30 готов. Ладно, буду долго торговаться с ним. Нормально. А слушайте, а вон Венгрия в осаде. Мишкольц. Там Канада берет города. Канада берет Мишкольц. Хрена себе, Нубия требует
3 золота вход. Ну давайте согласимся, мы все-таки в союзе. 3 золота вход — это так. Немного. Имя продвинулось. Повышен уровень стали Анура Эквитанской. Я бы еще тут город хотел поставить, то есть я бы его хотел купить. Сколько стоит поселенец? 700. Ну? Давайте, наверное, вот в линчопинге я куплю. Ну, просто уменьшается население, когда покупаешь. В Ньюкасл бегал. Ну, блин, а на золото куда? 10 в Кане. Ну, давайте пускай дальше. Или в Бирмингем отправим. Я бы на производство... Ладно, в Стокон-Трент давайте. Производство больше. Тут стоим, ждем приезда Магнуса. Обрабатываем клетки. If you will be so good and generous. Письмо. Так, уже 35 туризма. 106, 35. Я на втором месте. Нормально. Ща у нас все будет. Тут какие-то эти боевые монахи зажаты прям. И высадились на этом полуострове. Сейчас там будут получать люлей, видимо, от юнитов. От юнитов Мали. Ну, повоюем немножко с варварами. Буквально капелюшечку. О, здесь можно что-то украсть. Давайте попробуем. Храм завершен. Купим, наверное, синагогу. Блин, ну это куча веры я потрачу. Не, давайте мы лучше построим тогда. Два хода. Всего-то. Кстати, Гётеборг уже вырос. Я могу какой-то район построить. Кампус. Ну, кампус мне негде строить. Ну, в смысле, ну, плюс один, ну что это? Военный лагерь может, только если. Ладно, пока не буду никаких районов строить. Так, в Стокгольме мы строим... Почему оперный театр? А, на ровном участке только можно. То есть вот здесь, например, я только могу. Анна, в Вестеросе я хотел купить амфитеатр. И вот здесь, кстати, оперный театр построится, да? Да, 37 ходов всего-то. Ладно, надо думать. В Стокгольме мы пока поставим в очередь священное место. Амбар завершен, растет. И, кстати, 7 жилья — это за счет того, что я союзник Махенджо-Даро. Она дает, как бы, у городов, у которых нету доступа к пресной воде, как раз как будто он есть. Поэтому тут 7 жилья, и Палун так растет хорошо. Это монумент. И в очередь поставим рабочего. Так, Гольми в очередь поставим священное место. Культура 6.
Торговый пост. Химию ускорили. Посла получили. Лавента что хочет? Кстати, каролинскую пехоту. Блин, мне не хочется ее пока создавать, потому что я и так уже в героической эпохе. Стоим, ждем прибытия Магнуса, чтобы вырубать под Тадж-Махал все. Блин, вот здесь, конечно, театральный... Я бы лучше вместо Тадж-Махала оперный театр построил. Прямо вам скажу. Мрамор за 10 селитры... Нет, мне селитра самому нужна. Я сам ее выменял, по-моему, у венгра на мирный договор. Поэтому нет. Так, что там, кстати, с Мешкольцем? О, снята осада. Все-таки Канада не смогла взять, видимо. Паровой двигатель продвинули, электричество продвинули. Так, вот это можно менять. Значит, тут мы ставим... Просто плюс 15 к строительству всех чудес. А вместо рейдеров поставим общественные работы. О, дополнительная культура от зданий на театральной площади и бонус соседства ниже плюс 3. Блин, вот это бы поставить тоже. Так, принудительную вербовку убираем пока. Капер должен построиться. А он и построился, потому что электричество ускорилось. Так, Гранд Опера. Ну, надо ставить. Ну, надо ставить. У меня вопрос только, куда? Может, уберем пока науку? Потому что два влияния тоже важно. Ладно, уберем науку. Ну, тут не сильно, кстати. 6 науки только ушло. Пингалу в гранты. И надо здесь проводить фестивали на театральной площади. Так, куда поселим? Может, прямо на селитру и поставим? Поможем здесь Каравелле. Напнусь. Следующим ходом мы там всех убьем, я думаю. Так, Россия, дай пройти. Будь другом. Дай пройти. Мне нравится, что за одно золото всего лишь продают. Это тоже странно. Почему? Почему так дешево? 250 золота, 2 посла. Так, здесь мы купим... Наверное, археологический на всякий случай. У меня везде художественные. У меня 2 археологических пока. Потому что из Вестероса-то у меня уже бегает, по-моему, нет? Нет. Не бегает, странно. Плимут. Дальше. Ферма. О! Сейчас куча науки привалит. Так, что мы хотим открыть этой кучей наукой? Так, эту индустриализацию. Потому что у меня что-то и 3 мастерских пока нету, и мушкетерами я ничего не ускоряю. То есть на стандартной скорости 250, на сетевой будет 125. Но у меня 1, 2, 3, 4, 5 гор. 125 на 5, 600... 625 науки будет, да? То есть прямые паруса и половина индустриализации должно открыться. It's not the towering sails, but the... 2 хода.
Давайте канализацию-то типа дооткрываем, а потом индустриализацию. И после индустриализации в паровой двигатель заодно здесь вот каналы построим. Никуда. У меня три посла. Можно было бы, конечно, в Лавенту, но пока не хочу. Пока не хочу. О, театральная площадь. Покупаем амфитеатр. Так, здесь пока убираем меточку. Ну и опять же буду покупать. Денег дофига. Построю. Вот только эти водяная мельница нормально. У меня два пшеницы есть. Строительная инженерия. Давайте естественную историю откроем. В первую очередь для археологов. У меня два археологических. Наверное, даже еще один сделаю потом. В Йенчопинге, например. Потому что археологические, считайте, у вас сразу практически они есть. Ну, вы можете сразу археологами пойти копать, а для художественных музеев вам надо еще ждать, когда накопится на художника. Виктор уже в Вестеросе. Я думаю, три священных места для музыкальных групп. Я не знаю, правда, какая связь между религией и появлением музыкальных групп. Но пускай, пускай так и будет. Минус 250 к православию, это эти пророки Алиеноры убили. Ох, у меня тут битвы православия с католицизмом. Подождите, я еще Едвигу ставил. Я же еще Едвигу ставил, то есть в соседях должна еще Польша где-то быть. Турки должны быть из Гезерингсторм. По-моему, кого-то вынесли. Слушайте, наверное, все-таки было 20 цивилизаций, но кого-то повыносили, мне такое ощущение. Все-таки. Сейчас мы глянем. Так, дворец Потала, здорово. Это очевидительно. But who is так, going тут to мы, наверное, ничего it? Пока не меняем. Да, ну у нас появилась еще одна карточка из-за дворца Потала. Тут, наверное, ничего не буду ставить. Черных карточек. Здесь, ну, шпионы тоже нафиг не нужны. Ну, давайте, может, соседство... Вот мне интересно, что круче, соседство кампусов или рационализм поставить? Это рационализм, наверное. 137. Неплохо, неплохо. Ну серьезно, Едвига должна точно быть, я еще ставил. И турки должны быть. Чопинг растет. Красота. Я вроде все города проверил. Ну кого? Я еще инков не проверял, какие у него города. Может, он тоже кого-то вынес? Я инков встретил. Нет, никого он не вынес.
Очень странно. Прям даже удивительно, кто будет, турок или Польша тогда последняя, невстреченная. Так, тут городов-государств вроде... Я в первую очередь хочу города-государства найти, поэтому я тут и прошу открытые границы и бегу. Господи, сколько генералов у России. Кто хоть они? Тамерлан и Ганнибал Барка. Ну, эти знаменитые русские генералы Ганнибал Барка и Тамерлан. Особенно Тамерлан, конечно, прикольно выглядит. Театральная площадь завершена. Покупаем амфитеатр. Четыре культуры, две культуры. Тут соседство только плюс один. Могу ли я какое-то чудо рядом построить? Орцак Хас. Не, мне тут жалко это чудо строить. На самом деле. Монумент. Дальше в Гетеборге. 8 ходов. Ага. Так, вот здесь можно. Давайте подумаем, на какой клетке. А в Вестеросе, кстати. 16. Просто здесь вот бы чудо очень неплохо стало, давало бы соседство. Но 16 это долго. Я лучше большой театр я поставлю вот здесь. 22 хода. Давайте, наверное, в Гетеборге Орсак Хас. Канализация. Ну, я вообще скоро должен открыть. Давайте Орсак Хас. Вот здесь. Вильгельмина. Ну, Эйтховен еще захвачен, ну зашибись. Тут Франция выносит Голландию просто без вариантов. Что у меня с писателями и художниками? 35 очков великих писателей. 3, 2, 3, 6, 6 и 9. Ну, то есть у меня тут прилично сейчас пойдут великие люди вот эти. Так, посольство от Финикии. Согласен. Но они тут все отстают очень по культуре от меня. Я сейчас посмотрю, сколько... Они с наукой могут быть где-то рядом. Но по культуре явно я тут сейчас прям... Domination. Тотали. Куда это меня снесло? Давайте смотрим. Наука. 136, 100, 106, 90. Типа ладно. А вот по культуре... Тут единственный конкурент это Франция. Смотрите, вот, вот главное Франция будет перебороть. Видимо, с ней надо какой-то союз тоже заключать. Under the white cliffs battlemented. Ну, городов государства тут не вижу. Это все границы Нубии. Так, может пока территорию все-таки Мали исследовать.
Блин, у него столько писателей, господи, в России стоит пачками миллион писателей и художников. Просто огромное количество. И он их не использует никак. Так, денежки накопились на покупку. Здесь покупаем. Нет, здесь уже есть, что ли? Да, художественный музей здесь есть. В Норчопинге. Вот, покупаем художественный. Вот еще один археологический тогда. Здесь будет три археологических. Монумент, Оксфордский университет. Ну, Оксфордский не хочу. То есть вот всех чудес, которые сейчас тут есть, мне ничего не надо. Мне вот Эрмитаж надо бы. Нужно размещать рядом с рекой. Тоже надо будет где-то построить. Вот тут возможно. Так, это убираем. О, а что-то я тут рыцаря мискликнул, что ли. А это святилище. Магнус приехал. Е-е. Достраиваем. Тадж-Махал. Ну, давайте здесь тоже тогда или канализацию построить. Мне все равно 4 канализации надо. В любом случае. Для ускорения демократии. Великий Зимбабве не страшно. Ну, что тут? Заканчивается у них война, нет? Интересно, почему Россия... Ну, Норвегия, ладно, предположу, потому что у меня флот слабый. Он меня не любит. Венгрия, все-таки воевали мы с ним, хотя это он мне войну объявлял. А вот почему... Так, industrialization, centralization, больше производства дают. Quantity. Had I been present at the creation, I would have given. Тут пока ничего не меняем. Надо, кстати, рабочих поднастроить. У меня стоит карточка на рабочие, но я их не строю. Стандартизацию сперли, между прочим. О, время выполнения уменьшается. Художника берем. Ого, сколько угля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, 15 угля, 15 ресурсов угля. Это вообще законно. Вот это генерация карты. Вот это прям супер. Так, я хочу посмотреть, почему меня Россия не любит. Неизвестная причина. Вот и посмотрел. Норвегия. Союзник с врагом, неизвестная причина, дружба с врагом. Ну, тут более-менее понятно. Инки. Просто первые впечатления о нас. Ну и Венгрия там явно союзник с врагом. Плюс 6, неизвестная причина. Нормально, нормально. Давайте вообще уже смотреть на культурную победу. Минус 50 религиозного. А влияет, по-моему, союзы, да? Давайте Леонору глянем.
25% благодаря торговому пути. 25... О, мне нужно со всеми право прохода и со всеми и ко всем торговые пути отправлять. Ко всем нациям на карте, я имею в виду. Several closely situated granite peaks. Одно чудо. Подожди, тут... Ой. Кого я сейчас отправил? Тут у Нубии два неплохих чуда прямо на ее континенте. По-моему, очень неплохие, ну, неплохие места для старта. Удваивает базовую продукцию всех соседних клеток. Видите, 4 еды, 3 производства. Что тут город? Ну, конечно, люди бы здесь поставили города, а компьютер не соображает нифига. Did you ever build a castle in the air? Тадж-Махал построен. Плюс 8 культуры от театральной площади. Что мы еще тут? Эрмитаж. Ну, я бы построил Эрмитаж здесь. Можно вырубать еще кое-что. Давайте строить Эрмитаж. Вот еще лес, да? И вот еще лес. Вырубки. Теперь покупаем археологов. Художественный музей. Археологический. 800. У меня 3 археолога, значит, копим на археологов денежки. Напоминаю, что у нас тематические бонусы для шведов будут работать в любом случае. Просто неважно, что там у вас будет лежать, они просто будут работать. Отсюда и куча культуры будет. Слушайте, а где норвежец? Я вот до сих пор даже границы Норвегии. Ну, наверное, видимо, где-то здесь вместе с другой нации, я так понимаю. Фестиваль на театральной площади завершен. Ну а что тут еще делать? Я бы продолжил фестивалить, честно говоря. Ну просто чтобы больше этих великих людей получать. Блин, еще надо фабрики купить. Ну, археологи важнее. Сначала археологи, потом фабрики. Дальше какое нам тут чудо надо? А, ну Бродвей, конечно. Конечно, Бродвей. А тут радио пишут, надо исследовать. Тогда пойдем в радио. Чудо света промышленной эпохи. Что у нас тут строится? А, вот Орсакхас как раз строится, вот я ускорю. Там сколько осталось? 5 ходов. Следуем территорию Мали. Опять же, в патче обещали, что будет больше генерироваться пустыни для Мали. Что-то вот я не вижу. То есть, ну да, вот пустыня. Но это не выглядит как офигительное место для Мали, чтобы куча веры и куча денег. Ладно, на этом я, пожалуй, эту серию закончу. Я не знаю, напишите в комментариях. Я только сейчас... До этого вы в прошлых сериях видели, что меньше цивилизации? Может, все-таки кого-то уничтожили? О, посольство России. Я думаю, что сейчас мы будем улучшать отношения с Россией, это значит. Не знаю, как так получилось. Правда, все равно больше, чем обычное число цивилизаций на огромной карте. Их 14, а не 12. Жалко, хотелось бы побольше, конечно, поставить. И не знаю, поставилось ли количество городов государств. Я тоже не могу понять. Но будем смотреть. В любом случае, играйте в умные игры и смотрите следующую серию. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.
а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!